Ich kannte viele schöne Damen auf dieser schönen weiten Welt. Mit Fug und Recht kann man das sagen, ich war ein wahrer Frauenheld. Man sagt mir nach, ich wäre schamlos, so herz- und lieblos und frivol. Man meint, ich hätte sie gezwungen. Nein, die Wahrheit liegt dazwischen wohl. Denn ach, so gern hab ich die Frauen geküsst und doch nicht immer auf den Mund. Ich wollte immer wissen, wie es ist und küsste mir die Lippen wund. Первый слой шпаклевки нанес на эту стену, чтобы потом нанести второй слой, можно будет ставить батарею. Стена получается достаточно ровная, но здесь еще надо будет уголки. Уголки и вот эти места, поэтому выводить углы сейчас смысла нет, надо только места под батарею выводить. Поменена фановая труба в ванной. Все это сделано. Вот такая вот тройник поставлен. Сюда поставили пока унитаз временно. Вот. Потом Миша отштукатурил стены, часть спальной. Вот что получается. Там кое-где еще уголки надо будет какие-то ставить. Вот здесь начал. Вот. Здесь выводим ровно окна. Миша с Сан Санычем делают. Очень здорово получается. Вот такая вот, значит, сетка с направляющим, смотрящимся маячком. И вот получается уголок железный идет. Вот так вот делаются откосы оконные. Внизу порог, внизу это делать не надо, там доска ляжет, подоконник. Вот такая вот история. Вот исполнители. Салют. А что делать? Да. Здесь все так же, по-прежнему. Вот здесь уже почти высохшая стена. Направляющие убрали. Убрали направляющие. Здесь еще надо доделывать. Вот, что касается еще сантехники. Вот здесь вот тоже поменен фановый стояк. Он очень плотный, толстый, но дорогой собака, конечно. Но он тяжелый прям вот, как чугунный. Но на ощущение по весу. Подготовлена уже коробка под посадку, чтобы сразу же заниматься следующим шагом кухни. Küsste nicht nur rote Wangen, ich hatte einfach alles lieb. Man sagt, ich sieche vor Verlangen, besessen so von Paarungstrieb. Sie meinten, ich wär tief gefallen in ein Meer von Libido. Man sagt, ich sieche vor Verlangen, das kann man so sehen oder so. Denn ach, so gern hab ich die Frauen geküsst und doch nicht immer auf den Mund. Ich wollte immer wissen, wie es ist und küsste mich. Здесь ничего не поменялось, здесь подсохло. Здесь, глоток я выставил, здесь гардеробный этот маячки, но здесь сильно углом стопный круг. Здесь по стенам почти полностью готово спальня. Чем почти, там как-то подтесать, подровнять надо. А так, здорово, это Миша дарил. Класс, огромное ему спасибо за такую проделанную гигантскую работу. Здесь вот особенно красиво, видимо. Мне очень нравится. Так, меня быстро взял, поэтому переключимся сразу же дальше. Здесь выставлены паразитики, пока без штукатурки. Здесь тоже выставлены, что там завали. Вот здесь выставлены смонтированы там. Полностью кухня подготовлена для штукатурирования. Здесь какие-то места так и не доделали, времени нет, нужно делать. И тут тоже. Вот, что еще из новенького? А, ну, вот трубы проведены кое-какие, куда не провел. Трубы. И здесь вот так вот. Ich nahm sie einfach in die Arme und manche hauchte leise Nein. Doch ich kannte kein Erbarmen, am Ende sollten sie's bereuen. Kaninchen vor der Schlange, ein kalter Blick, dann biss ich zu. Und das Gift ruft ein Verlangen, ließen nimmer mich in Ruhe. Ach, die Frauen, all die Treuen und manche.
manches Herz brach wohl in zwei. Am Ende sollten sie's bereuen. So viele Tränen und Geschrei. Denn ach, so gern hab ich die Frauen geküsst. Und das nicht immer auf den Mund. Ich wollte einfach wissen, wie es ist. Und küsste mir die Lippen wund. Ich nahm sie einfach in die Arme. Und manche hauchte leise nein. Doch ich kannte kein Erbarmen. Soll damit sie glücklich sein. Отчет по проделанной работе на 27.01. В общем, как было, здесь стена одна, отшпаклевана, но это не финишка, это просто шпаклевка, там много еще работы с этой стеной. Здесь все так же, в кабинете. Здесь все так же убрано помещение с вещами. Здесь отштукатурен потолок, всего лишь отштукатурен, не подправлен, не отшпаклеван. Здесь тоже отштукатурен полностью потолок, тоже не подправлен, не отшпаклеван. Мышки тоже сняты. Здесь закончен узел сантехники, коммутация. Инсталляция тоже не закреплена, ножки не закреплены, потому что не сделаны еще стены. Стены не готовы, поэтому нужно выставлять будет по стенам инсталляцию. Вот так вот выглядит коммутация. Вот, собственно, основная часть работы. И вот коммуникации все. Вот такой вот узел коммуникации. Надо будет потом все закоткать линеечкой. Здесь опущен слив. Идем дальше. Здесь отштукатурена спальня. И сегодня вот последнее, что сделал, установил маячки спальни для штукатуривания потолка. Трудоемкий процесс, занял много времени. Откосы по-прежнему восхищаюсь, как Миша сделал откосы. Очень мне понравилось. Для штукатуренных откосов очень все ровненько и гладенько. Вот на таком принципе я выставляю пластиковый уровень на полочке и выставляю маячки. Перепад потолка здесь небольшой. Повезло. Самое глубокое место, это вот там, где больше заряд. Составляет примерно 2-2,5 см максимальная глубина. Повезло. Здесь сегодня выставлены все маячки в зале на всех стенах. Также стена вот этого коридора, которую сейчас показывают. И вот эта стена. Здесь отштукатурена и завершена работа с откосами оконными. И также отштукатурена кухня почти полностью. В кухне сделана подводка из гостевого санузла. Там тоже сделана коммуникация. Сейчас перейдем туда. Здесь правда коммуникацию закрыл, также выставлены маячки на потолке. Это специальная штукатурка противоводная. Ну, короче говоря, стойкая к барам и воде на цементной основе. Санузлов будет такая штукатурка. Тоже не закреплен, не закреплена инсталляция, потому что не сделаны стены. Ну и здесь это выглядит примерно вот так вот. Найди эту штуку, которую смешивает воду, горячую с холодной. И установлены фильтры с прибором, который показывает давление. Кстати, здесь давление что-то у нас скакнуло, наверное, потому что она что-то перекрыла. Потому что здесь четверка должна быть везде тройка, иначе может выдавливать прокладки.